На субботник люди пришли с хорошим настроением. Все, от мала до велика, вооружились граблями, метлами и кистями. Убирают и приводят в порядок территорию возле гостиных рядов. Мы каждый день здесь прогуливаемся. Я каждый день хожу сюда на работу, поэтому, чтобы здесь было чисто, красиво, приятно находиться, мы каждый год здесь убираемся. В следующем году территорию гостиных рядов могут благоустроить. Для этого необходимо отдать свой голос за эту общественную территорию на общероссийской платформе по формированию комфортной городской среды. Само голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая. Чтобы принять в нем участие, нужно пройти регистрацию на сайте госуслуг. Так как у нас в текущем году будет реконструирована площадь Революции, мы хотим в следующем продолжить благоустройство, чтобы полностью у нас комплекс, да, вокруг памятника гостиной ряды, ну, как бы засел новыми красками. Дизайн-проект территории, прилегающей к гостиным рядам, включает в себя обустройство фонтана, установку фонарей, посадку деревьев, кустарников и газон. Гостиные ряды – это настоящее сердце города. Главный, наверное, архитектурный ансамбль не только центральной исторической части, но и в целом всего Улан-Удэ. Поэтому, конечно, наша задача, чтобы сохранять и дальше и украшать это место. Мы пришли в правление Буркубсоюза, наше здание Ленина 30А, с торгово-экономического техникума представителей, с центрального рынка представителей и с базы Буркубсоюза представителей. Нас около 40 человек пришли помочь городу, чтобы город стал чище, красивее. Ну и, конечно, это центр города, гостиные ряды. Всего в голосовании участвуют 4 общественные территории. Помимо гостиных рядов, это скверы Яблоневый и Зодчий, а также Сиреневый бульвар. Голосуем за гостиные ряды! Андрей Слепнев, Константин Гармаев. Новости дня.